Сегодня 10 ноября 2015 год. Я Савченко Виктор, оператор новоявленный. Вот снимаю тут момент подъезда КамАЗа со щебнем. Это у нас дорога в Потеряевку. Нынче здесь работал трактор. Вот. И привезли песка, а потом сверху вот щебень. И вот до сих пор возят. Там брат Алексей стоит. Он как бы зам Игната Тихоновича, можно так сказать. Вот. Какой уже КамАЗ это привезли, можно узнать. Тут по кучкам, в принципе, можно посчитать. Вот он какой высокий, когда поднято кузов. Ну вот сейчас градусом минус 3 где-то примерно. В Теряевке хорошо. Мир тебе! Добрый день. Да сейчас еще в это не это до конца. Это какой будет по счету? Я так кучки не считал. Ой. Тоже не считал, тут, да? Со счета сбился уже, наверное. Да нет, тут все нормально. Тут 4 КамАЗа. Сейчас где-то у меня там бумажки. И завтра вот трактор придет, вообще все тут разобрать. От Евгения Долгова, наверное? Нет. Нет? Это вот сегодня привезли те кучи, какие снегом не припорошены. Сколько их? Раз, два, три, четыре. Четыре КамАЗа здесь. Да. А там дальше сколько кучек? Там он там снегом. 9 КамАЗов. Припорошен. Не 9 КамАЗов, а в это КамАЗов 8. Ну, там 8 до 4, 12, это 13 выходит, да? 93 тонны. Если там 8 до 4, 12, это 13, да. Сейчас еще один идет. Ну, сегодня вроде обещали все до конца довозить. Вот. Ага. А до какого момента должны довести? Почему он там-то высыпал? Потому что все по новой стали считать. Они грузят не по 10 тонн, а по 12, по 11. А-а-а. Вот. И поэтому приходится по новому. Ну, это все. Вот это пространство, это что теперь? Будут разгребать здесь все, да? Пустота. Это пространство, они завтра привозят свой трактор с ковшом и начинают все разравнивать. Вот, вот сюда точнее, потому что без ведома взяли, насыпали. Ну, бывает такое иногда. Это там у него он подмороженный, да? Он... Да, естественно, она же в этом, в вагонах шла, дождь был, лежал пока, а сейчас мороз. Вагоны не накрытые. Да, конечно, полувагоны. Да, понятно. Там лежала пока. Ну вот такой репортаж. Идет в Потеряевке работа помаленьку. Да, вот. Осталось уже, просто затянули что-то как-то. То снега не было, сейчас уже снег. То есть сначала здесь бульдозер сделал насыпь, так скажем, да, дорогу. Потом песок. Песок навозили сколько КамАЗов? 20 КамАЗов песка. 20 КамАЗов песка еще при Игнате Тихоновиче. И сейчас вот завозят щебень. Уже 13, да? Да, 13. Ну, получается, у нас там осталось еще 17 тонн, 17,7 там. 17,7 это уже вот с этим. То есть уже не 17, а тут уже меньше получается. У этого 12,1. Получается, там 5 тонн, что ли, с немножко. Вот он всыпает, высыпается, ага. И там у него остается еще. Вот как высоко поднимает, чуть ли не вертикально, да? Ну да, пойти по где-то, помогу. Вот здесь наш огород, ну наш, так уже я говорю, лагерный. Я много лет здесь помогал, картошку сажали. Говорят, здесь старая школа была, вот Игнат Тихонович там учился. Потеряевская старая школа. Вот. Ну вообще красота здесь. Тихо, спокойно.
потеряешь те штуки, не умрешь ты никогда. Ты познаешь все науки от бетона до стола. Такой вот куплет небольшой. Ну вот там остался щебень. Вот он стучит по корпусу кузова. И он падает. Вот так, слава богу, все. Жизнь продолжается. Вот она, дорога Потеряевку. Владимиру Владимировичу Путину милости просим сюда. Приезжайте. Ну, может быть, и патриарху Кириллу. Так, еще один КамАЗ привезли на сегодня. Это как раз грязные щепенки. В конце дороги. И завтра еще довезут. Ну, остается там немножко. Да, что там пол кузова осталось. Ну, замерзло. Вон там еще помощник идет. Проверка. С лопатой помогать. Ну, вот так, в общем, сейчас выгрузим и все. И завтра еще последние. Так, сегодня ноябрь, последняя щебенка, 2015 год, это точно, 11 число, по-моему. Видишь, как получилось. Сейчас развернется, подъедет. Так, я эту кучу с КамАЗа просил за вот эту кучу. Там у нас еще накидали. Так, немножко вот он не туда поехал. Ага, а ну вроде он вроде умный, разберется. Да, объезжай сюда, ага. Так, и мы ее высыпем где-то вот здесь вот, наверное. Вот как он. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой, 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 ой. Ага, сейчас поровнее, поровнее. Встань просто и все. Так, давай сюда. Сюда. Все, 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 стой, 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 стой. Отъедь! Да, все, давай, высыпай.
две кучи. Ты на две сможешь? Ну надо еще туда проехать. Тогда чуть-чуть сюда проедь, да. Все, 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 все. Вот так. Теперь уже сыпем примерно, потом разровняем трактором. Придет трактор с ковшиком и разровняет нам. Это последние два КАМАЗа получается. Еще один. Последние три сегодня должны привезти. Кучка примерзла, потому что дождь сильно был. Ух ты, как он высыпал. Немножко осталось. 10 тонн в этом КАМАЗе. Сейчас остатки досыпят еще. Опа, ну все отлично. Все отлично. Там ничего не осталось. Все хорошо, но... Сейчас подожди, Гимми, в сторонке, не уезжай, ладно? Так, и вот... Вот эта кучка у нас должна быть... Это с железной дороги. Там сейчас я покажу водителю. Так, давайте поближе сюда. Где-нибудь. Вот здесь вот. Все. Они нам насыпали даже побольше. Должны были 7 тонн с копьем, а насыпали больше. В качестве подарка, в общем. Чуть-чуть, да не хочет слазить. Ну, в общем, вот так. Сейчас еще уберет там. Ну все. Всего доброго. С Богом. Этот дяденька у нас уже песок возил, он уже знает. Мы им подарили Святое Евангелие, там начальникам их, в общем, они довольны. Поехали. Вот первый должен еще раз приехать, последний КАМАЗ привезти. Последние 9 тонн. Ну вот так. Сегодня 16 ноября. Прекрасный солнечный день. Понедельник. Вот такие кучи навозили. Это главный выезд из нашей деревни.
Вот, значит, ждем прибытия техники и будем разравнивать. Дальше потом, как приедет, будем продолжать репортаж. Ну, в общем, тут ситуация такая сложилась. Они кучки, когда возили, без моего ведома насыпали друг за другом, вот, меня в известность не поставив. Вот, чтобы исправить это положение, Ведякин Анатолий Георгиевич, значит, отправляет кировец с ножом в Потеряевку. Потеряевка, 2015 год нашей эры. Значит, мы сейчас поговорим с водителем и приступим к работе. Итак, мы поговорили с водителем. Очень хороший человек, 8 лет стажа. Стас его зовут. Общий объем примерно объяснили. Ну, вот сейчас будет исправлять ситуацию. Спереди, сейчас он начнет оттуда головенки сшибать. Трактор очень мощный, должен справиться. Буксует. Какой там. Пойдет. Давай сюда. Наверное, или что там. Он еще и притаптывает, будь здоров. Насколько может растягивать, конечно. Смотри,
тут она как замерзла вся прям. Сейчас, стой. Так, секундочку. Да, грейдер тут, наверное, вообще не справится, что ли. Так, ну примерно понятно. Сейчас чуть попозже мы снова будем смотреть, а я отключусь на немного. Так, мы ту кучу домучили. Вот, идет тяжело, конечно, все, потому что мороженое. Не то чтобы все, но ну, что-то у него тут получается. Есть большие комки замороженные, конечно, это не очень хорошо. Маленечко разломаю. Ух ты! Ну, вообще не хочет ломаться. Посмотри, какой, а. Решил сначала так, а потом откуда все. Это маленькая кучка, это посмотри. Взять не может. Так, сейчас мы подскажем ему. Так. На улице морозец и ветерок неплохой.
Морозец тоже неплохой. Не знаю, правда, сколько. Вот видишь, как все быстро сделал. А сколько бы я вручную-то лопатой бы кидал. Так что молодец. Так, вот здесь очень ответственный момент. Отлично. И сюда можно это тоже сюда подвинуть. Щебенка упирается. Сколько там лошадей-то, и сил не хватает. В общем, я придумал тут варежку одел, чтобы рука не мерзла. Вот. Знаешь, трактор бучует. Показать это озеро за храмом. Вот какое оно сейчас стало. Какое станет, мы весной посмотрим. Где-то слив даже был.
большие камушки. Смёрзшиеся будут ждать теперь лета, скорее всего. С ними уже ничего не поделаешь. Каждую кучу. Отсюда нагребали они глину. Хватить ее поудобней. Чья-то норка, что ли? Совсем мокрая кучка была, наверное. Так, ну, немножко прервемся, потом опять.